Приветище! Это Нек, глава 11, часть 4, за ключом. И мы продолжаем. Ой, какое тут землетрясение. Это что, я так бочиной стукнул об стенку? А, погнали. В прошлой серии, если ты не видел, у нас отобрали ключ, который мы хотели уничтожить. И вот тот, кто отобрал, я не буду спойлерить, если ты не видел прошлую серию, посмотри, она очень крута. И вот тот, кто отобрал, мы сейчас за ним гонимся, чтобы надавать ему люлей. Ты представляешь, какой он должен быть мощный, чтобы отобрать у Нека ключ. Вот. Так что сейчас мы нагоним. О, реликты. Под прошлой серией писали кучу комментариев о том, что я пропустил кучу, просто огромную кучу. Реликты эти не собираются. Сейчас, подожди. А вот так собираются. Кучу тайников пропустил. Что ж, я вернулся. Все проверил, все нормально. Все собрал, не переживай. Спасибо за комментики, что пишешь. Так что все проверяется. Во-во-во, вот это вот надо забрать. Вот это забираем. Что ты хочешь мне махнуть? Хе-хе-хе, я такой крупный, что ты мне не махнешь. Где-то здесь реликты есть, я вижу. А, вон там, вот туда. Вот, какая здесь лава красивая. Вон она. В туфельках. Робот в туфельках. Забавно. Хе-хе-хе. Лучше бы кроссовки одела. Ладно. Янтарчик. О, комбо, счетчик комбо-ударов у меня же вон. 7 ударов я уже набрал. Не ударишь ты меня, потому что я... вот с ракетами так нечестно. Я в рукопашный бой шел. Блин, сбросился комбо-счетчик. Потому что меня ударили. Ворот. Прыжок. На. Еее. Хорошо. Подожди, тайники. Тут вроде бы ничего такого тайного-то нет. Вот они, тайники. Вот есть реликты. Забираем все. Нужно просто отожраться невероятно сильно, чтобы быть размером с этого робота. Чтобы оторвать ей каблуки, оторвать ей волосы и вообще. Черт, он ударил меня, успел все-таки. Так, погоди, я с тобой чуть позже разберусь, мне надо вот этих вот. Ничего себе ты, вот это ты кидаешь, Иди сюда, хранитель. Хранитель. Я больше хранителя. Вот это я понимаю. Вот это круто. Стенки не... О-о-о, землетрясение. Очко во мне тут. Сейчас завалит меня землей. Хотя мне не страшно. Че будет? Че будет? За волосы ее. За волосы давай. Ключ у нее на поясе. Кажется, обвал преградил тебе путь. Будь добра, отдай мне этот ключ. О, этот ключ... Мне очень жаль, но у меня для тебя сюрприз. Опять эта фигня. Нет! Выкидывай ее, выкидывай, Нек. Черт. Ой, плохо дела у нас. Отравленный реликт уже глубоко внутри тебя. Как самочувствие, Нек? Да фигово самочувствие. Кстати, в комментариях писали, как не мог никто заметить вот этого гигантского робота. Почему мы его раньше не заметили? У меня даже янтаря мало. Слушай, чтобы ей надавать пилей. А, сзади! Сзади! Получила? Черт, она быстро очень меня разматывает. Еще и поджирает меня этот реликт. Это не круто. Мимо. Получила. Ворот по жопе. Мимо. Давай ударим. Надо поближе к ней подходить. По жопе, давай. Ох, да, хорошо. Что-то я там отломал ей, нет? Они расчистили для меня дорогу. Еще увидимся, если выживешь. Черт. Выдерни его. Так я долго не протяну. Нужно найти еще реликтов, пока я не растаял. Почему ты его не можешь выдернуть? Капец. Смотри, как с меня сыпется. Просто жесть. Как будто огромная рана и кровоточит. Блин, это вообще фигово. Ладно, хоть не так быстро. Хотя нет, так быстро. Очень быстро я кровоточу. Отравленный реликт. Нек ранен отравленным реликтом и начинает рассыпаться. Я и до этого это знал и видел. Ой, ё-моё. Тут я таких не видел. Я думал, у тебя пистолетики там в руках. Да. Эй, дерзотный, иди сюда. Я тебя сейчас наваляю. Я сейчас смотри, что сделаю. Хоп. Один удар.
Давай еще разок. Оп. За спину. И последний. Отлично. Тайничок зайдем сейчас. А, тут реликты. Тут сейчас, наверное, в каждом тайнике будут реликты попадаться, потому что они мне сейчас очень необходимы. Вот еще. О, янтарь, янтарь, янтарь. Одна ульта есть. Это хорошечно. Ну давай, запрыгивай, обезьянка моя. Снова вот этот робот. Блин, он меня так подбешивает. Не очень его люблю. Готов. Довольно быстро с ним расправился. Пойду реликтики возьму. Давай, ну, я на них встал. Ха, смешно как бы. А нет, моего веса должны были сломаться эти коробки с реликтами. Вот здесь вот еще что-то есть. Собрал уже. Кинг-Конг выходит надавать люлей. Тебе, самка. Куда ты сваливаешь, цыкуха? Ключ наш! Да! Хватай ключ, хватай ключ! Его просто размотай, просто жбахни по нему кулаком. Но она в лаву не свалилась, 100%. Хоть там и низко довольно. Сейчас будет эпично, если она такая из лавы вылазит вся в лаве. Так, как-то тут странно. Почему я не мог сразу прыгнуть за ключом? Почему мне обходить все это нужно? Янтарчик вижу, хорошо. Сейчас его возьмем. Размотал я чуваков. А ты че? Ты че? У тебя там что за стволы такие крутые? Может, хватит так стрелять? Это смешно, когда ты убиваешь противника, и он в этот момент успевает тебя тоже задеть, чтобы ты рассыпался. У меня такие моменты часто в играх бывают. На издыхание убиваешь головаря или босса, и он тебя еще умудряется убить. И ты такой: «Ес, я его замочил!» И... О, черт! И все по новой. Ой-ой-ой-ой-ой, как мне досталось-то. Реликтов тут больше нет. Вон там не тайничок случайно? Не, не тайничок. Окей. Реликтики. Подсасываем, подсасываем. Блин, у вас тут двое. Забыл, что через верх к ним вообще бесполезно. Бесполезно через верх. Есть. Ульта. Надо не забывать про ульту. Нек, надо отобрать ключ. Страшно даже подумать, что будет, если они его используют. Они даже не обратили внимания на то, что я отравлен. Вот это друганы, да? Я им хотел сказать: вытащите из меня этот кусок говна. Реликтового, ядовитого. Да что ж такое-то? Ядовитого этого квадратика. Они даже на него не посмотрели. Я бегу, 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 бегу. Рассыпался. Блин, надо было ультануть. Тебя ультану. Игра стала намного сложнее сейчас. После отравления. Опа. Чёртовы. Все. Ульту. Вот так вот. Жизнь у меня, конечно, не так, чтобы прям ах, как хорошо, но я держусь. Я пока держусь. Есть еще одна ульта. Одну заюзал, другая восполнилась. Вон там реликты, по-моему, да? Реликтики. Вы мне очень сейчас нужны, а то я сейчас откинусь. Не, парни, я сделаю вот так вот опять. Я с вами даже драться не хочу. Один улетел. Бах! Прям в башню ему. Красочно. Пока ты бежал, она уже вылезла. Будет немного больно. Оу, очень плохо. Очень плохо. Я бы сказал, прям критически плохо. Ну вообще...
Ключ я забираю с собой. А Нека оставляю тебе, Катрина. Блинский, жеванный. Робот Катрина, глава 11, часть 5. Йо-йо-йо. Спустись на землю, деточка. Ой, что-то сейчас будет. Нифига себе. Ничего себе. Мимо, мимо. Ударь, 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 ударь. И еще раз. О, хорошо, хорошо. Она сбегает. Засыха. Я отравлен, и то даю тебе по щам, а ты вот что делаешь. Нужно где-нибудь броню срочно. Я сейчас ультан. О, тут есть реликты. Отлично. Забираем. Очень хорошо, что они тут попались мне. Ульту дайте мне, и черт. Еще бы одну ульту дали. Было бы шикарно. Я здесь. Пришел тебя навалять. Мимо, мимо. Смотри, что могу. Бау! В нее попал или нет, как думаешь? Мимо, детка. Выкуси. Она опять сейчас свалит. Драться ты точно не умеешь. Только сваливать. Опаньки. Опаньки, попаньки, реликтики. Я думал, что она в меня несколько реликтов отравленных кинула, что я буду сейчас сыпаться невероятно быстро. Но вроде держусь. Вроде пока все хорошо, есть ульта. Она у меня до этого была, я думал, будет вторая. Но, оу, вот это я что-то просмотрел. Искал реликты. Тайники. Так. Сюда. А, только прямо стреляет, да? Вон там реликты есть. Сейчас сюда них дойду. А, что ты мне ручкой машешь? Типа, подойди сюда. Мимо. Ты действуешь мне на нервы, мальчик, реликт. Ой-ой-ой. Вот, близко подошел. В пузо. В пупок попал. Ой, хорошо как. Классно было бы, если бы она в лаву свалилась. О, четко. Прощай, дорогая. Приготовиться к взлету. Ключ у них. Придется последовать за ними. Нек как-то умудрился отраву скинуть. Она еще жива. Блин. Я пойду за ней. Мы не можем ждать. Идите. Почему Нек раньше вот эту взрывную волну не сделал? А как ты до нее допрыгнешь? Там такое расстояние огромное. Кажется, у исследователя Роман. Значок Катрины, приз получен. Самолет Виктора. Кажется, у исследователя Роман с Катриной завяжется. Ой, началось. Но они мозят, конечно, знатно. Мозят, мозят. Скорее! О, идите без меня! Нек, найди ключ и уничтожь его! Блин, ну старичок, он сейчас свалится же. А рейдера-то нету рядом, чтобы его спасти. О, вот и камера подлетела. Ну вот, у доктора и силы появились. Есть за что бороться. Быстрее Лукасов забрался. Еще и помог ему. Не сбавляй темпа, Лукас. Нам нужно спасти мир и одну особу. Дедушка ожил. Глава... Ой, 12-я часть 1 в самолете. Пока читал, меня ушатали. Ну вот, тут теперь точно ушатали. Ладно, все, на чтение не обращаю внимания. Я сейчас их всех тут... Мимо!
Да блин, разрокетники, сбекники. Так, подожди, все, я понял, что сейчас сделаю. Смотри, пошли они все в пекло. Надя, не успеешь. Вот как надо было раньше. А эти вдвоем там сверху сидят, тусят, смотрят, как мне люлях раздавали опять. Как же они любят смотреть, как меня тут избивают. Ладно, погнали, чижики. Буду вас защищать. Как обычно это бывает. Как... Вот они. С реликтами. То, что нужно. Хорошо, что эту отраву хоть сбросил. Как-то умудрился. Кат-сцены все-таки решает, да? О, здорово, бугай. Че, на маленького нападете? Ух ты, как это я сделал. Ничего себе. Одного локтем, другого кулаком. И я здесь. А тут тайников не было, случайно? А то давно их не находил. Мало ли, пропустил. О, лазеры. Не попади в лучи, Нек. Спасибо за совет. Я как бы и сам вижу, что это опасная штука. Так, так, так. Скорее, 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 скорее бежим собирать ульту. Опачки. Опачки, попачки. Вот сюда можно смотреть. А подожди, а что там за дверь открылась? Минутку. Вот тут вот что-то открылось. А-а-а. Сюда надо вернуться, когда у меня будут кристаллы. Когда я буду невидимкой. Так, может быть, я сейчас их тут найду в коробках? Вот это вот не они случайно? Да, это они. Нек-шпион вернулся. Да! Епи, как бы сказал дедушка из фильма «Бельмонки». Так. Опа. Отлично. Шпионим потихонечку. Как мы высоко. Смотри в окно. Летим над горами, заснеженными полями. Ну чё, кто на меня нападет? Кто первый? Ой, вот так вот. Хотел выпендриться, ну и как обычно, знаешь, это бывает. Сбрасываем шкуру. Обратненько. Отлично. Оп. Не успеешь, не успеешь. Ракеты. Да, быстрее, 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 быстрее. Вон там тайник вижу. Нам сюда как бы, ну и сюда можно, но вот тут вот тайник есть. С реликтами. А эту дверь не вышибить? А, никак. Ладно, через воздуховод погнали. Вентиляцию. Вентиляцию. О, мы на улицу выбираемся. О, а как меня тут не сдувает, это я не знаю. Это я не знаю. Ой, упал. Блин, надо было наверху залипнуть немного надолго. А я прыгаю, прыгаю. Вот это лазер. Вот. Только не на лазер, пожалуйста, Нек. О, красавчик. Молодчик. Тут забираем здоровье, конечно, не ахти, как обычно. Кнопку нажимаем. Привет. Интересно, здоровье восполнить после катсцены? Давай посмотрим. Нет, не восполнили. Не всегда это работает. Дайте реликтика, пожалуйста. Ой, там. Вот это ветерок. Лукас, смотри, не упади за борт. Да-да-да. Очень опасно. Пока дела идут кошмарно, потому что ульта затащила. Ты хочешь на меня напасть? Не получится. О, реликты, отлично. Подхилимся чутка. Тут сейчас будет меня сдувать. Давай сделаем вот так вот. Я просто снизу пробегу, да и все, чтобы меня не сдувало. Мозги, надо думать. Think about it. It. Think about it. А, убегаем. Бах, бах, бах. О, тут тайник, походу. Я вижу тайник. Вот это тайник, да?
Вот это штаник. Ха, точно. Что же тут нам попадется? Какой огромный. Па, понятно. Рубиновый реликт. 4 из 15. Сколько же их еще собирать? А, сейчас ракетники начнут стрелять. Надо уворачиваться. Один готов. И второй тоже. Он так на меня смотрел, как будто мячик футбольный ловил. Лифт. Офигеть, тут лифты есть. На улице причем. Так, реликтики. О, там роботы, смотри, какие с гусеницей. Давненько я их не видел. Че, я сейчас к вам подойду? Готов. И это тоже готов. Бах! Хе-хе-хе. Обожаю такие моменты. Обожаю просто. Нет, наверное, я сделаю вот тут вот так. Вот так вот. Вот. И все. Эти роботы довольно мощные, поэтому я даже с ними драться не хочу. Ульта сделала свое дело. К тому же здоровье у меня ни к черту. Здесь где-то реликты есть. Вот они лежат. Круто, когда детектор работает как надо. Еще бы детектор тайников. Красота-то какая. Опа. Вулкан сработал. Райдер. Дядя. Да Райдер по-любому оттуда свалил. Новичок комбо приз получен. 20 очков я набрал. Ничего себе. То есть я что-то могу, да? На сложности нормал. Это тебе не изи. Не на легкой сложности играть. Кнопка, смотри, там закрыта как лазерами. Подойди сюда, ну выйди ты за лазер. Выйди за лазер, говорю. Вот, спокойно, тихо. Вот так вот. Ох, отключил. Надо было это раньше сделать, на самом-то деле. Стой, 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 куда ты улетел? Камера мне не видно. Есть. Пупсики. Можно вы как-нибудь из лазера вылезете? Вылезете, вот момент. Прыжок, прыжок, прыгни, прыгни. Готово. Есть, отлично. А, тайники, подожди, 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 тайнички. Нет, тут ничего нету. Ничегошеньки, тут нет. А вот там вот было, минутку. Оп-оп. Так, сбрасываем нашу шкуру. Ого, какие ковши. А откуда это у вас? Не-не-не, я наверх, я наверх. Вначале надо разобраться вот с этим чуваком, который стрелять умеет. У меня здоровье, как бы, браться тут не очень. Поэтому я через верх, можно? Или через зад? Вот, хорошо. Прыгайте. Тут ничего нету. А-а. Смотри, как могу. Как я быстро. Опа, оп-оп-оп-оп-оп. Ракетчик выстегнулся. Е-е-е. Мимо. Получай. Ща получай. И вот с этими чудиками сейчас я как разберусь. Не успеешь. И ты тоже не успеешь. А, подожди. Че, я думал по одному удару на вас. А, нифига. Нет, это не так. Вот по несколько надо. По два. Как минимум. А, они реликты сами сломали для меня. Точнее, эти янтарные кристаллы. Они от лазера ломаются. Не успел. Ха. Я все тайники проглядываю, что-то как-то опять я про них забыл. Когда дерешься, входишь в раш и все, ничего не видно. Кнопочку сейчас нажмем. А,
Опа, засада. Нет! Эй, что случилось? Кажется, все было как и прежде. Но меня засекли. Больше не буду шпионить. Нек расстроился. Это звучит такая, как детская отмазка. Больше не буду шпионить. Я больше не буду так делать. Это смешно очень. Глава 12, часть 2. Без шпионажа. Блин, ладно, тут сейчас ветры эти будут. Как удобно было, когда я маленьким становился. Просто подбегал, пробегал под этими вентиляторами, и все. Опа. Снова эти ковшики. Ковшики, ковшички, ковшички. Ковшички. Ну, с ними все довольно-таки просто. Они такие тупенькие, эти роботы. На колесиках. И на гусеницах. Оп-оп. А он там что-то уже посерьезнее, смотри, стоит. Ну давай, иди сюда. Хочешь мне навалять? Подойди поближе. Выгасил. Поехали вперед! В дальнее плавание. Есть лифты, которые гоняют вперед, есть вверх-вниз, а есть, которые по диагонали. Вот, да. Здесь что-то было. Ага, стеночка с тайником. Давно их не находил. Интересно, я побью свое комбо? 30 наберу или нет? У меня сейчас 19 просто. О, янтарный кристалл. Окей. Двадцаточку сейчас наберу, 100%. А вот тридцаточку... Комбо-счетчик надо бы как бы пополнить. Точнее, новую... Новый этот... Да, 20 есть. Как-то... Побить свой рекорд предыдущий. Повернулся. 23. Так. Болей за меня, чтобы я тридцаточку набрал. Камеру можно другую сделать? О, вот так вот пойдет. Так пойдет. 24, еще 6. 6 раз кого-нибудь ударить и все. Все будет как надо. Я побью свой рекорд. Ой, блин, нафиг. Как так вышло-то? Друг другу по щам влепили одновременно. И сбросился мой счетчик. Эх, все по-новому. Все по-новому. Похоже, они торопились. Забыли положить пол. Здесь должны быть приспособления для рабочих, строивших этот парящий дворец. Ага. Левитаторы. Нам повезло. Ну, ты готов рискнуть? Как они тут вообще оказались, эти левитаторы? Один. Два. Давай! Давай, Нек! А мне левитаторы не нужны. Будь осторожен. Ой. Вниз далеко лететь. Вот это ты остроумно пошутил, конечно. Хорошо, что у тебя есть там парилки какие-то. А у меня ничего нет. Ну. Черт. Непривычно, что они с одного удара. Там кого-то сзади забыл. Где ты? Вот ты. Две ульты, окей. Все хорошо. Пять ударов у меня. Комбо-счетчик все по-новому опять начал считать. Тридцаточку, ну надо же тридцаточку добить как-то. Это будет сложно, но я постараюсь. Снова вы. Электрошокеры. Ух, тихо, не падаем.
Вот это очень было рискованно сейчас с моей стороны. Дойду? Давай вот так вот, тихонечко, тихонечко, вот так вот. На кончиках своих пальчиков. На носочках. Все, фух. Я аж вспотел, пока там проходил. Здорово, бампер, бумбер. Гам. Гам-гам-гам. Йо-хо. Блин, прикольно они левитируют. Почему я такой пояс себе не одел? Ух ты, вот это левитаторы. Вам повезло, что они там каким-то чудесным образом оказались. Ух ты ж, блин, попал. Да, вставай. Да ё-моё. Ладно. Не дают мне комбо-счетчик добить до 30. Я уже смирился с этим. Поэтому мы делаем что? Ай-яй-яй, по жопе-то не надо мне так стрелять. Поэтому мы идем ва-банк. Я сейчас буду просто дерзить очень сильно. Я буду ломиться на пролом. Вот так вот, смотри. Опа. На. На. Еще один удар. Вот это я забираю. И пофиг, что ракеты летят. И теперь тебе еще. Опа. Хватит тут это. Аккуратничать. Надо бомбить. Главное не свалиться отсюда бы. Хватит аккуратничать, да, я говорил. Я тут, короче, немножечко почитерил, поздыхал тут во кучу раз, чтобы набрать янтаря и использовать ульту в критических моментах. Ну и, соответственно, набить наконец-таки... О, мы летим, здорово. Набить наконец-то комбо-счетчик до 30. Можем вот сюда куда-то. Зачем туда? Здесь как бы ничего. Может, там и тайник есть, но я не хочу рисковать. У меня сейчас отличный комбо-счетчик, 11 ударов. Может быть, я и больше сейчас наберу, если не буду тупить. Вот вам кнопка, заходите. Ну чё, кто здесь у нас? Готов? А интересно, ульта считается в комбо-счетчике или нет? Я, кстати, где-то реликты видел. Подожди, 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 где-то реликты были... Наверху. А, вон они, наверху. Забираем. Сейчас про... О-о-о, я свалился! Вот это... О, капец. Только тараний, тараний под... Все, коту под пук хвост. Да. Сейчас заодно проверю и этот тогда. Ну да, ульта идет. Идет в счетчик комбо. Так обосраться, так нелепо упасть. Это хуже, чем фиаско, братан. Это испанский стыд просто. Я не знаю, как это еще описать. Десятку опять набрал. Вот 10 спокойно комбо-счетчик набирается. А вот больше, там надо постараться. Опять обнулился комбо-счетчик. Меня кто-то, какой-то засранец с ковшом задел. Индюк. О, смотри, вот тут тайник наверняка есть. Тут тайник вот сюда, давай сходим. Да. Да-да-да. Что тут нам попадется? Деталька для чего? Деталь преобразователя. При низком показателе здоровья реликты можно добывать из янтаря. Было бы круто, конечно. Я вот это хотел собрать, это я вот про вот это тебе... Нет, ну да, это я тебе в прошлой серии про это устройство говорил. Что было бы круто из янтаря получить... Ай, задели меня. Из янтаря... Да как я внизу? Я что, такой высокий был? У меня там пару рогов торчало, что ли? Я, пацаны, пацаны, спокуха, спокуха. Последний удар прям на сяру. Прям в пятачок. Этот корабль направляется к шахте Трагдо. Виктор не теряет времени даром. Интересно. Через пару минут будем над землями Гандахара. Неподалеку от завода? Нет. Он останется в стороне. Но я могу сделать вот так. Собираетесь спасти Шарлоту? Если мы не вернем ключ, нас всех ждет беда. Да, конечно. Сначала ключ, потом Шарлотта. Только поскорее, ладно? После вас, доктор. Глава 12, часть 3 уже рядом.
Вай-вай-ва-ва-ват. Ненавижу этих роботов. Вообще не меня бесит. Бесит. Готов. Вывалился. 14 ударов. Пока держимся. Два! Как это глупо. Он рукой задел об стенку и не смог ударить этого ракетчика. Это... Опять испанский стыд. Ну, просто уже, я не знаю. Как? Я уже столько играю в эту игру, и все равно, как бы уже должен, ну, нормально драться, но видишь, как бывает. Видишь, как, что бывает. Значит, мало я играл в эту игру, мало тренировался, да, вот уже отхватил от всех, что только можно было. И в меч меня воткнули, и пулька в меня прилетела. Да уж. Это все вот из-за этих двух со своими левитаторами. Это из-за них я отхватываю. Если бы их не было, то я бы вообще дрался как мачо. Всех разматывал, как дикий волк. Как дикий койот. Или как дикий ишак. Не знаю. Мимо! Брателла, я тебя зажал к стеночке. Можно я тут потусю просто? О, реликты, здорово. Ульты у меня навалом, будем юзать. Сейчас отсюда повыпрыгивают все. Здорово. Черт, ты задолбался своим пулеметом. Какой он бесячий. Прям аж бесит. Подожди, может... Нет, тут ничего нету. Ладно, погнали сюда. Реликт где-то... Оу! Хорош! Я даже не видел это там. Не-не-не, вот так вот я сделаю, все. Я с вами... ракета прилетела. Я как будто у него сердце вырвал, слушай. Здесь ничего интересного. Бежим. Бежим, бежим. О, реликты, здорово. Здорово, здорово, здорово. Отхил. То, что нужно. Мы прошли с боем почти весь корабль. Ключ должен быть где-то рядом. А вот и он. И Виктор здесь. Начинаем. Я бегу, бегу, бегу. Навалять вам. Оп. А, почему ты не прыгнул, Нек? Я тупо в объятиях этого робота не смог прыгнуть. Это нечестно. Все, это сдох. Подожди, там я все янтари собрал, да, вроде все собрал. И Виктор там до сих пор стоит со своим ключом и даже не палит в эту сторону, хотя тут трататашечки раздаются. Кто-то отхватывает, кто-то стреляет, кто-то взрывается, ему пофиг Виктору. Здорово, парни. И пока. О, тут тайничок тоже вижу. Но тут уже игра к своему заключительному финалу движется, так что 13 глав вполне реально. 14 максимум. Не-не-не-не-не, ребятки, нет, даже не надейтесь, нет, у меня есть ульта. Опа, отлично. Это очень хорошо. Что тут у нас? Еще одна часть устройства. Да, деталь преобразователь, наконец-то я собрал. Теперь я могу из янтаря добывать реликты. Ну и, соответственно, хилиться от этого. Круто. Круто. Пойдем янтарь ломать. Обалденно. Мечта моя сбылась. Бочком пролази. Было бы глупо сейчас скидывать с себя реликты, чтобы пролезть через эту щель. Че, парни, я сейчас отхилюсь, я проверю, затестю. Да, вот это я понимаю. Вот это. Игра преобразилась. Слушай, я стал намного мощнее. За счет этого здоровье будет вагон. Всегда можно отхилиться. Вот это, конечно, нелепо было. Рад обрадовался. Ну ничего. Бежим дальше. Ну чё, пупзики? Оба! Оба! Хлебыщ! Хлопок! В пупок. Чё нас дальше ждет? Всё-таки свой рекорд я, походу, не побью больше 20 комбо-ударов. Это мой рекорд, видимо, был. Так. Есть кто тут? Кто-нибудь меня бить хочет тут, нет? Ну, как хотите. Виктор вообще пофиг. Ловушка! Угадали. К
Катрина погибла из-за ваших жалких, дурацких выходок. А теперь и ваш черед. Еще не поздно, Виктор. Нас левитаторы. Мы можем остановиться, пока ситуация не вышла из-под контроля. И тогда больше никто не умрет. Довольно! Мы все когда-нибудь умрем. Если бы Катрина отдала жизнь за воплощение нашей мечты, это была бы прекрасная жертва. Но она умерла ни за что! Вы умрете так. Прощайте, Катрина.